Итак, мы продолжаем. Я рад всех приветствовать. И в этом видео я расскажу об очень интересной странице, где вы можете следить за рейтингом партнеров, узнавать всякие важные, интересные новости о запуске, знать и смотреть за календарем запуска и, в общем, получить промо-материалы, различные страницы подписки и очень-очень много всяких полезных вещей. Ну что ж, данная страница находится по адресу запуск.топ-контент-план, либо промо-материал, ну, то есть вот по этой ссылке вы сможете их найти. И после регистрации в партнерском кабинете, после регистрации в письме вам также будет отправлена ссылочка на эту страницу, вы сможете без проблем найти ссылочку на эту страницу. Или если у вас возникают какие-то проблемы и вы вообще не знаете, что делать, вам необходимо, конечно же, обратиться в группу «Безумные партнерки». Вот она находится ВКонтакте, называется «Битва партнеров 3.0», то есть называется она «Безумная партнерка». Да? Вот таким образом выглядит страница группы. И здесь есть контакты. Алексей Колесников является главным менеджером партнерской программы, и вы можете без проблем с ним общаться, либо вот с Вадимом. Также, если мы перейдем в наш кабинет, я не сказал ранее, достаточно кликнуть вот по этой иконке внизу справа и, соответственно, начать диалог, то есть отправить сообщение безумную партнерку менеджерам. То есть вот таким образом вы можете связываться и задавать вопросы без проблем. Либо в группе, либо через сам кабинет. Да? То есть я думаю, здесь с этим понятно. Теперь давайте посмотрим на страницу. Здесь есть рейтинг партнеров. Смотрите, здесь важно понимать, что есть 4 вкладки. Вкладки могут меняться со временем, да, в целом вы должны понимать, чтобы увидеть все, нужно пройти по всем вкладочкам. Здесь у нас идет общий рейтинг, здесь будет показано, за сколько дней, сколько собрано подписчиков и так далее и тому подобное. Здесь, кстати, есть сразу кнопка входа в личный кабинет с этой страницы, то есть вы можете эту страницу сохранить для себя и, соответственно, пользоваться этой страницей, как говорится, для своего блага, да, потому что здесь много всяких полезностей. И вход в кабинет, и, соответственно, много рекламных материалов и всего. Обучающие видеоуроки важно смотреть всем, видите. Здесь анатомия запуска, как это в целом делается, что такое безумная партнерка, расчет денег, расчет второго уровня, как получить код партнера. Кстати, видео от ребят есть, да, как смотреть статистику, обязательно посмотрите, и как использовать UTM-метки. Ну, по коду партнера я также более подробно расскажу в отдельном видео. Идем вверх и смотрим сюда. Нажимаем на еще одну кнопочку и сразу нас перебрасывают вот сюда вниз, да, чтобы обязательно посмотрели эти видеоуроки. Теперь нажимаем промо-материалы и страницы подписки. Это очень важно. Находятся они по этой вкладочке. Вот видите запуск.top/промо. Здесь есть очень много материалов. Баннеры для ВКонтакте. Нажимаем скачать, скачиваем. Посты с обложками для ВКонтакте. Все готово. Нажимаем скачать. Баннеры для Одноклассников. Все. Нажимаем скачать, скачиваем. Баннеры для Facebook. Баннеры для Instagram. Баннеры для партнерских сайтов, которые вы можете использовать хоть в Яндекс.Директе, хоть на любых сервисах, хоть на сайтах, хоть на сервисах рекламы, где угодно. Огромное количество очень мощных, крутых баннеров. Пожалуйста, нажимаем и скачиваем. Идем дальше. И также здесь идут по рубрикам шаблоны подписных страниц. То есть вам достаточно вставить сюда код партнера, скопировать вот эту ссылку, вставить ваш код партнера после знака равно. Код партнера мы берем вот здесь, в рекламных предложениях, да, когда мы с вами находимся. У нас есть наш код партнера, вот он. Ну, если мы перейдем с вами в сводную статистику, то тоже мы в целом увидим наш партнерский код, вот он. То есть мы берем, после знака равно ставим наш партнерский код. Все. Все очень просто и все будет, как говорится, работать. Также мы можем перейти просто на эту страницу и посмотреть, как она выглядит. Нажимаем, к примеру, и смотрим. Вот таким образом выглядит эта страница. Все. Здесь тоже понятно, да? То есть разрывающие шаблоны страниц. Идем дальше. Вот такая страница. И идут уже
письма готовые, да, чтобы вы понимали, что можно даже письма скачивать уже готовые, либо переделать под себя, либо отправлять так, как есть. Но я рекомендую немного переделать. Идем дальше, 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 еще страницы, и здесь также, видите, да, что будут скоро письма доступны, тоже можно скачивать. Все, пожалуйста, вот. Теперь идут страницы, вызывающие эмоции, то есть уже немножко в другом стиле, да. Также здесь есть на скачивание писем, здесь есть вот она ссылка, достаточно добавить ваш код партнера. Идем ниже, смотрим, да, различные, совершенно огромное количество страниц. Страница для мягких ниш. Идем дальше. Страница с магнитами, то есть где вы можете раздавать бесплатности. Также, да, все, код уже есть, все, вам только код партнера вставить, ссылка готова. И страницы для няшных ниш и мимимишных модераторов ВКонтакте. То есть страницы, которые, скажем так, более модераторы, к которым будут относиться более лояльнее, да, чем, например, ну, скажем, вот такой страницы. Да. Скорее всего, ВКонтакте такая страница точно не пройдет. Поэтому для, например, ВКонтакте вы можете использовать уже вот эти страницы. Все, видите, да? Огромное количество страниц, которые вы можете использовать для привлечения клиентов. То есть каждая страница это как отдельный элемент, и вы не будете, скажем так, давать одно и то же вашим клиентам. Вы можете заходить под разными углами, то есть подавать информацию под разным соусом. И это очень важно, что вы таким образом не будете надоедать одним и тем же. То есть с этим понятно, да? Обязательно используем эту страницу и обязательно используем огромное количество промо-материалов, которые готовы и ждут вас. Ну и здесь есть такая штучка еще, как календарь запуска. Здесь вы можете почитать рекомендации от руководителя Вадима Щербанева. Здесь вы можете посмотреть план, то есть как это будет происходить, какими волнами, первая, вторая, третья и так далее, да? То есть здесь все расписано по датам и в принципе здесь есть рекомендации. Поэтому я и говорил, что это очень важная страница, ее нужно использовать в обязательном порядке. То есть все расписано, все готово для вас. Придерживайтесь рекомендаций, используйте рекламные материалы страницы и все будет у вас замечательно. То есть в целом, я думаю, ясно, да? И здесь вы можете смотреть рейтинг партнеров. Как видите, появится 10 марта и потом он будет постоянно обновляться. В принципе, на этом все. Я думаю, теперь понятно, где смотреть рейтинг, где смотреть календарь запуска, где брать рекомендации, где брать страницы и промо-материалы. То есть эти страницы подписки, да, они соответствуют, естественно, тем же страницам вот в рекламных материалах, вот здесь, где мы с вами смотрели, чтобы вы понимали. Но вы можете брать либо отсюда их, либо оттуда, да, то есть разницы по большому счету никакой нет. Но сами промо-материалы, баннера, они находятся только здесь. Я думаю, здесь тоже все ясно. Ну что ж, на этом все. Встретимся в следующем видео, где я уже расскажу, как делать партнерский код для того, чтобы отслеживать свои в дальнейшем продажи, да, и источники трафика. Все, всем пока. Увидимся в следующем видео.